Так, здравствуйте, дорогие борцы, приветствую всех, кто сегодня с нами. Начну с того, что у нас две новости. Одна радостная, а другая печальная. Начну с печальной. По уважительной причине Билал сегодня не сможет принять участие в эфире. По нашей теме отдуваться придется одному Мише Панкову. Такие дела. И вторая новость радостная для нас. Не знаю, насколько радостная для Миши Панкова. У Миши Панкова сегодня день рождения. И мы его заставили сегодня поработать, порассказывать нам о джиу-джитсу. Поздравляем Мишу Панкова, и это же классно, да, что мы его можем сейчас как следует задрочить вопросами, а он будет вынужден отвечать, так что вот он перед нами, весь наш, и никуда с эфира не денется. Итак, с нами Миша Панков, тебе слово. Миша Панков, он пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу и тренер уже с большим стажем, который провел сколько? 1700 тренировок? Больше, чем 1700 больше, тренировок. Больше, чем 1700 тренировок. Тебе слово, Миша. Расскажи про нашу тему. Да, собственно, всем привет. Меня зовут Миша Панков. И сегодня я буду рассказывать о нестандартной базе в джиу-джитсу и о том, как прогрессировать, начиная с белого пояса. Я буду рассказывать не как тренер, который тренирует новичков, и не только новичков, я буду рассказывать об этом как человек, который в основном на своем пути джиу-джитсу сам себе выстраивает тренировочный процесс. То есть, да, я занимался в одной команде, в другой, сейчас я в Team Стрела, но в основном своим тренировочным процессом занимаюсь я сам. Сам выбираю, что мне изучать, на каких техниках сконцентрироваться и так далее. Поэтому у меня есть определенный опыт того, как расти самому, если у вас вот нет тренера или нет возможности, допустим, стабильно заниматься. Да, что я хочу сказать сразу же. Давайте обозначим, для кого этот стрим. Этот стрим и моя лекция для ребят, которые хотят развиваться сами. То есть если у вас нет желания дополнительно искать информацию, самим думать головой, анализировать и делать чуть больше, ребят, это не для вас. То есть если вы хотите развиваться сами, придется работать головой. И не только головой. Дальше, давайте обозначим, что такое база. База – это основа вашей борьбы. То, что является вашим фундаментом, то, на что вы будете насаживать все свои там, последующие техники, то, на чем будет расти ваш прогресс. Собственно, почему этот взгляд на базу нестандартный? Давайте сразу вот об этом. Что мы понимаем, когда нам говорят «делайте базу»? Обычно мы такие «о, ну надо пойти сесть в закрытый гард и начать рычаги локтя из закрытого гарда накидывать, а еще база – это креветку просто раз делать». Разве но если... Но если бы это работало, то все бы были Роджерами Грейси, Игорями Силовыми и кто там еще из закрытого гарда активно борется. Закрытый гард – это позиция, позиций много, и не всегда одна позиция подходит там одному человеку. Бывает, позиция кому-то подходит, кому-то не подходит. Поэтому, когда вам говорят, делайте базу, и вы автоматически идете накидывать рычаги из закрытого гарда или там вставание из гарда делать, это не значит, что вы прогрессируете. Тем более, если вы решаете после тренировки, я хочу стать сильнее, я хочу стать лучше, так, чем бы мне заняться после тренировки? Я сделаю 100 креветок, ребят. Если бы 100 креветок помогали вашему джиу-джитсу, все бы чемпионы после тренировок делали 100 креветок. Но почему-то, если смотреть на людей, которые стабильно выигрывают джиу-джитсу, именно стабильно, случайно могу выиграть даже я, стабильно, это уже другой разговор, то стабильные чемпионы тоже бы делали 100 креветок. Но обычно, если мы будем смотреть по интернету, либо ездить как тренироваться в другие залы сильные, то мы заметим, что чемпионы перед и после тренировки почему-то делают дриллы. И каждый из них делает дриллы разные, которые подходят ему. Собственно, вот так.
Дальше. Дальше я хочу начать с принципа борьбы, потому что в отличие от техник, которые могут вам подходить, могут не подходить, принципы борьбы универсальны абсолютно для всех, и вы должны их понимать. И первое, на чем вы должны сосредоточиться, когда хотите развиваться в джиу-джитсу, это вы должны понять, как это работает. Почему многие старшие пояса, черные пояса, многие чемпионы, насмехаясь вам в лицо, говорят, джиу-джитсу это просто? Потому что они понимают, как это работает. И когда вы это осознаете, вы реально соглашаетесь. Ну, все просто, что непонятного-то? Если же вы пытаетесь просто зазубривать техники, не понимая, в какой механике они работают, почему они работают, у вас обычно начинает рваться голова. Вы, ну, берем пример, вы пришли на семинар по новой технике, вы не понимаете или не смогли понять, на какой механике основана эта техника, вы выходите с семинара, у вас разрывается башка, вы думаете, типа, что мне говорят, что это просто, если это просто невозможно сделать, я не могу это запомнить. Нет сложных техник, есть непонимание принципа. Я хотел бы привести пример на проходах гарда. Почему на проходах? Гард вы можете выбирать под себя. Болевые вы можете выбирать под себя. Но проходы гарда вы не можете выбрать. Ваш соперник выбирает, какой гард он будет играть, и вы здесь только подстраиваетесь. Поэтому вы должны знать, собственно, проходы всех гардов, потому что вы не сможете сказать сопернику: так, чувак, лег закрытый гард, взял меня, сейчас я беру твою руку, буду вставать и приходить. Нет. Соперник выбирает сам, поэтому вам придется подстраиваться. Что такое проходы гарда? Вот если мы говорим о принципах прохода. В первую очередь, это контроль двух ног соперника, в том, как я это вижу. Мы должны контролировать две ноги соперника. Мы ни в коем случае не должны сидеть на коленях, потому что, когда мой соперник лежит на спине, у него работают ноги, они подвижны. Если вы сидите на коленях, ваши ноги не работают, вам их оторвало на мини на Донбассе, вы неподвижны. Поэтому, чтобы иметь такое же преимущество, как ваш соперник, вы должны встать на ноги и на них передвигаться. Тогда вы получаете преимущество в мобильности. Ваш соперник лежит, но держит, контролирует вас ногами. Вы стоите, вы можете передвигаться. Также одним из основополагающих принципов прохода гарда является не стоять перед ногами. А на этом очень много новичков запарываются. То есть люди берут две штанины, преисполняются просто желанием уничтожить гард соперника и начинают стоять перед ногами. Но если вы стоите, вы не пройдете гард. Проход подразумевает движение. Как только вы начинаете двигаться вправо-влево, начинаете проходить вперед, контролировать ноги, убирать их в стороны, у вас начинают получаться проходы гарда. Все, вот. Реально, контролировать ноги, не стоять перед ногами, постоянно двигаться. Вы уже начнете проходить гард, даже если вы, блин, занимаетесь джиу-джитсу первый месяц. Вот это называется принцип. Принцип легко сформулировать, и принцип простой. А не стоит путать принцип с теорией. Теория – это если я начну рассказывать о нюансах какого-то прохода. Условно, мой соперник берет реверс Делариво, одной рукой я начинаю отжимать его в берцовую кость, другой беру захват за отворот, отжимаю колено. Это теория. Я уже рассказываю технику. Это сложнее. Принцип техники всегда простой. Делай то-то, смотри за этим, у тебя будет получаться. То есть первое, на чем вы должны сосредоточиться для своего прогресса, это на понимании принципов. Какие принципы понимать? Очень просто. Делите технику на, точнее, борьбу на направление. Направление – проход гарда. Направление – выход из плохих позиций. Направление – топ-контроль. Направление – болевые. Направление – играть гард. За счет чего понимать принцип? Первый, самый простой вариант. Подходите к тренеру после тренировки и говорите: товарищ тренер, какой принцип прохода гарда? Если вам начинают показывать технику, не я, говорит, а вот для всех гардов какой принцип? Чаще всего, если у вас хороший тренер, вы этот вопрос получите ответ. Второй вариант – пойти спросить в интернете, написать старшим поясам. У нас много в России успешных компетиторских ребят, которые выступают на хорошем уровне, тот же Билал, который с нами отсутствует, или, например, Ади Гусейнов, там, Алиханов, Алик, просто много хороших ребят, ученых там, и не только поясов. Они все общительные ребята, они все абсолютно нормальные. Не надо бояться, нужно просто написать и задать вопрос. А какой принцип? Тут вступает очень важный момент.
Когда вы получаете ответ, не надо думать, что у вас есть свое мнение, что вы можете его высказывать. То есть, опять же, если вы не понимаете принцип и спрашиваете о нем, ребят, молча соглашаетесь, засовываете свое эго себе в задницу и вот воспринимаете это абсолютно буквально. Если вам сказали взять две штаны, не стоять перед ногами и ходить вправо-влево, вы берете две штаны, не стоите перед ногами и ходите вправо-влево и не добавляете от себя ничего. Потому что все, что вы от себя добавите, во-первых, навредит вам, а во-вторых, нафига вы спрашиваете совета умного человека, если вы сами такой умный? У меня по-другому получается. И вообще, вот это надо засунуть в жопу. Ты никогда не будешь расти, если думаешь, что у тебя по-другому получается. То есть люди, которые понимают принципы, они, в принципе, могут... им не нужно смотреть технику, они могут сами ее придумать на основе этих принципов. То есть я часть проходов, которые делаю в время борьбы, я их никогда не видел, но я их могу собрать, исходя из тех знаний, которые у меня есть, прямо во время борьбы. Люди, которые не владеют принципами, но владеют техниками, они закованы в рамках изученных техник. И любой вариант, выходящий за эти рамки, для них типа «Как так? Это ересь! Это он на святое позарится!» И это неправильно. То есть, если вы хотите прогрессировать, и вы не понимаете, все свое альтернативное мнение, все, что вы хотите по этому поводу сказать, засуньте себе в жопу. Но годика на 4, пока вы начнете шарить, тогда вы уже можете говорить, но тогда у вас уже отпадет желание говорить, что у вас по-другому, потому что вы поймете, что у всех по-другому, потому что все мы разные, и база у нас у всех отличается. В эту же тему хочу сказать об такой вещи, как анатомические особенности. Часто новички спорят, а я вот видел на видео, там чемпион делает не так, как вы показываете. Во-первых, опять же, это эго, это попытка это обесценить, сказать, что вот я видел лучше, это уже неправильно. Во-вторых, иногда какие-то люди, которые выступают на хорошем уровне, они могут делать технику не так, как вам кажется, потому что им просто так удобнее. Поэтому сосредоточьтесь первое время на вот принципах, условно, держать штаны, ходить вправо-влево, и не надо выискивать нюансы. Вам нюансы сейчас не нужны. И как только вы получили вот теоретический принцип, вам его рассказали, что делать. Если вы тренируетесь стабильно в каком-то клубе, то либо приходите пораньше перед тренировкой, либо остаетесь после тренировки. Берете своего лучшего друга, говорите ему, так, делай то-то, глубоко вдыхаете и начинаете делать то, что вам объяснит. Опять же, если вы начинаете, вот вы новичок и белый пояс, вам нужно терпение. Вряд ли у вас начнет получаться даже через неделю. Реальный срок, когда вы начнете вкуривать, у вас вы почувствуете ощутимую разницу до-после, это месяц. Скорее всего, будет стабильно этим заниматься месяц. Тогда у вас пойдет улучшение, тогда вы поймете, что вы стали понимать чуть лучше, и вы сможете добавлять новые элементы. Соответственно, сколько у нас было? Проходы гардов, сам гард, уходы из плохих позиций, там болевые и так далее. То есть вот эти вот полгода, вот когда вы полгода будете стабильно заниматься такими базовыми вещами, вы вкуете джиу-джитсу, и дальше вам будет гораздо легче. В пользу этого хочу сказать, что все вот эти истории, когда опыт человек за полгода, год уже умеет хорошо бороться, уже там борется на синий пояс и так далее. Есть люди, которые... принципы борьбы, ну, блин, чувствуют. Ну, вот у них борьба идет, они легко это понимают, и они интуитивно понимают, что делать. Да, вот как раз получается вот эти полгода, когда человек чувствует, что надо делать, он активно борется, активно тренируется, и за счет интуитивного понимания принципа борьбы он быстро прогрессирует. И если мы вернемся к стандартному сроку 2 года в белых поясах, то человек, когда... не особо работает головой, не особо концентрируется на том, что он делает, но тренируется постоянно, тренируется много, он все-таки начинает прогрессировать невольно для себя, плюс он, опять же, мы не тренируемся в одиночестве, мы тренируемся с другими ребятами, мы получаем обратную связь, от тренера, возможно, мы выходим на соревнования, которые очень сильно помогают переосмыслить борьбу, возможно, мы ходим на семинары и по крупицам все-таки собираем в себя правильную информацию. Но вопрос лишь в том, что если мы поняли принципы, хорошо, мы растем быстрее, если мы окажемся зажаты в рамках одной, как бы, выученных, зазубренных техник, это уже чуть хуже. Окей.
Миша, а можешь вот еще под конец привести примеры этих принципов? Ну вот взять штаны, ходить влево-право, пример. Можешь еще несколько привести, чтобы было прям понятнее, яснее? Да, давайте просто по, условно, по некоторым разделам. Если мы хотим проходить карт, то это не сидеть на коленях, это в каждой руке держать по штанине соперника. Это не лезть прямо, никогда не залезать в гард, это держать дистанцию и двигаться вправо-влево, то есть вообще не останавливаться. Те, кто слушает, попробуйте это на тренировках, попробуйте это там дома с женой. Человек снизу лежит, пытается там играть гард, пока вас не затягивает. Вы держите штаны и просто двигаетесь вправо-влево. За счет того, что вы более мобильны, вы будете обгонять своего соперника, если все время двигаетесь. И в тот момент, когда вы его совсем критично обгоните, вы пройдете гард. Это если касается прохода в гард. Берем полностью противоположное тело, берем открытый гард. Тут скажу сразу, мне очень близок взгляд Али Магомедова. Я правда считаю, что Али очень хорошо учит понимание открытого гарда. Что мы делаем снизу? Мы ногами контролируем таз соперника, чтобы он не мог выйти, чтобы он не мог свободно перемещаться вправо-влево и все время был перед нашими ногами. То есть мы не даем ему реализовать возможность. И мы контролируем все время двумя руками его рукава, чтобы он не мог нас взять за штаны. Почему? Если он возьмет нас за штаны, он начнет проходить гард. Соответственно, мы делаем полностью противоположную работу. Окей, пробуем на тренировке, пробуем вместе, пробуем в самоизоляции. Берем, блин, надеваем на жену кимоно, берем за два рукава, натягиваем. И говорим ей пройти гард. Если человек не может руками взять за ноги, ну не пройдет он вам гард. Если вы ногами контролируете таз, если у вас ноги не отваливаются. То есть, как только вы проигрываете захват, не забираете его назад, все, вас берут за штаны, убирают ноги, разрывают дистанцию. Окей. Если мы говорим, да, про, допустим, мой любимый топ-контроль. То есть это работа сверху. Любая. В топ-контроле у вас должна быть плотность, что ваша часть тела, которая, то есть либо грудь, либо таз, кто-то в маунте, не должны вообще ни на секунду отрываться от соперника. Как только отрывается, вы даете его пространство, чтобы уходить. Ваши колени должны быть максимально близко к корпусу соперника, ваше тело должно давить. Вы всегда должны быть вдалеке от его ног, чтобы он не восстановил гард. Соответственно, то есть я, допустим, держу сайд-контроль, я вообще не подхожу близко к тазу, потому что человек делает креветки, человек вставляет колени. Нет, я смещаюсь максимально далеко в сторону головы с хорошим кроссфейсом, я далеко от ног человека, я очень плотно. Окей, эскейпер. Мне нужно, наоборот, сдвинуть человека к моему тазу, чтобы я мог развернуться, чтобы я мог вставить ноги. Все. Противоположные позиции, соответственно, противоположные принципы, взаимоисключающие друг друга. И вот здесь начинается борьба. Кто кого переиграет, тот молодец. Круто. Все просто, оказывается. Да, джиу-джитсу это просто. Мы к чему пришли. Фразе, которые нам с наглыми мордами из иностранных фильмов, из инстаграма вещают черные пояса. Брат, джиу-джитсу это просто. Люби джиу-джитсу. Понимай принцип, понимай, как это работает, тебе сразу же все станет просто. Если ты живешь, вот это очень, очень многие ребята живут в рамках зазубренных техник, это большая проблема. У человека есть три любимых прохода гарда. И он показываешь новый, он говорит, а я вот так делаю. Просто потому, что для него это реально будет ересь. Типа, ну, а я же вот так делаю. Потому что он просто зазубрил ту технику, и она для него является вот таким чем-то святым и непорочным. Ну, то есть, ну, как же по-другому? До этого не должно быть. Джиу-джитсу разные, люди разные. Все крутится, вертится, и мы должны просто понимать, на основе чего это работает. Как только вы поняли принципы, принципы понимаются, важный момент, на простых техниках, то есть условно. Самый простой открытый гард, два рукава, ноги контролируют таз. Самые простые проходы гарда, за штаны двигаться вправо-влево. Вот на самых простых вещах постигаются принципы. Не надо там усложнять, не надо добавлять, а я вот здесь лапел при этом, это пока нам не нужно. И вот как только мы поняли принципы борьбы, их поделали, прошли полгода, дальше мы можем начать выбирать технику под себя. Я считаю, что выбирать технику под себя очень важно. Почему? Во-первых, блин, мы реально все разные. У нас разная анатомия, ну, антропометрия, то есть разная длина конечностей, разные предпочтения, разная гибкость и так далее. Приведу пример на себе. Я не могу играть белорип. У меня была травма колена, и мне, у меня начинает барахлить колено, если я загибаю ногу под таким углом белорипа. Особенно, если на нее начинает садиться, начинает грузить. Поэтому я пришел к бета-хирургу.
который не трогает мое нездоровое колено, в котором колени работают без странных углов, и все получается очень хорошо. Дальше. Но при этом на тренировках, пока я к этому не пришел, Долорива же основной гад, куча вещей делается из Долоривы, я чувствовал себя немножко, ну, неполноценным, мне, блин, было тупо неудобно, часть некоторых, ну, некоторые вещи я не мог сделать, мне болело колено. Вот здесь включается то, о чем я говорил, опять же. То есть если в постигании принципов вам нужно было желание и время оставаться там, чтобы это поделать, то здесь придется приложить еще больше желания, потому что если вы занимаетесь, опять же, в группе, тренер дает план тренировочный, который видит он. Если вы хотите получить чуть больше, придется либо подойти после тренировки, либо, возможно, взять персоналки, либо использовать PSG Freaks Premium, контекстная реклама, да, смотреть техники там, потом их, опять же, в свободное время отрабатывать. И, опять же, той проблемы. Часто, вот, особенно ребята возрастные, кто есть, или люди с короткими конечностями, они делают общую технику для тренировки, чувствуют себя, блин, тут не дотягиваюсь, тут как делать и так далее. А для меня таким показательным моментом был, такая история есть, я занимался у Коля Чучхалова, и Артем Ухаров как-то спросил: «Коль, я вот треугольник закрыть не могу». А Тёма ростом ниже меня, где-то мне под плечо. А Коля Чучхалов, он такой почти двухметровый здоровенный мужик. Я, говорит, закрыть не могу. У Тёмы еще ножки коротенькие, и коленки не очень здоровые. На что Коля говорит: «Тём, ты просто неправильно закручиваешься. Смотри, как я делал». И закрывает треугольник чуть ли не у человека на жопе. Потому что у Коли километровые ноги. И да, можно бесконечно рассуждать о важности углов, правильного подворота, но, блин, если у тебя короткие ноги, нездоровые колени, скорее всего, треугольник, но это не твой прием. И ты сам маленький. Скорее всего, он реально будет тебе получаться хуже, ты можешь его делать. Но вряд ли он у тебя будет так же хорош, как у длинных чуваков с огромными ногами. Опять же, у тебя ты тренируешься человек, который очень хорошо делает треугольники. У него, сам знаешь, какие ноги. То есть у Вадика длинные ноги, которые очень хорошо закрываются в треугольник. Люди с короткими ногами это делают чуть хуже. И из-за этого нужно подобрать технику под себя. Как подобрать технику под себя? Нужно учитывать несколько моментов. Первый, посмотри на себя, какая у тебя длина конечностей, какой у тебя рост, вес, и найди топового джитсера, а лучше нескольких, с такими же параметрами. Если ты совсем не шаришь, обратись к старшим товарищам по команде, тем, кто давно занимается, они тебе подскажут, кто есть похожий на тебя антропометрически. Посмотри, как они борются. Если ты, то есть у кого-то борьба будет попроще, у кого-то посложнее, посмотри, позволяет ли тебе гибкость, позволяет ли тебе отсутствие там, или наличие травм делать какие-то элементы. Посмотри визуально, что тебе больше понравилось, что ты можешь повторить. Окей. Вот ты примерно нащупал то, что тебе подойдет. Посмотрел на борца. Дальше. Гугли, есть ли у него обучалки? Большинство топовых ребят сейчас активно зарабатывают деньги на том, что продают свои обучающие видео, поэтому если вы там выбрали не какого-то малоизвестного андердога, то, скорее всего, вы найдете обучалки именно от этого человека, где он со своими нюансами рассказывает технику. То есть я правильно тебя понимаю, что, допустим, если я считаю, что я похож на Сайборга, мне надо смотреть обучалки Сайборга? Да, вполне. Отлично. Угу. То есть, я, опять же, если ты это можешь повторить, вот не только визуально, если ты вот можешь даже скакать как Сайборг, у тебя есть такой же взрыв, да. Дальше все просто. Это все делится на составляющие: гард, проходы гарда, выходы из плохих позиций, болевые, и ты начинаешь это тренировать. И вот это самый большой, собственно, срок, потому что, скорее всего, условно, тем же свипом из гарда твоего любимого чемпиона придется уделить не один месяц, придется уделить гораздо больше, потому что свипов много. И ты, ну, не успеешь все сделать за месяц. Скорее всего, это будет несколько, там, 2-3 месяца. Ты должен активно пытаться применить то, что учишь. То есть на тренировках, в спарринге не надо бояться пользоваться языком.
Вот ты подходишь своему сопернику и говоришь: друг, я изучаю новую тему, я хочу работать в пределах нее. Давай ты будешь делать то-то, то-то, я буду пробовать то-то, то-то. Не надо заменять все спарринги на вот такую работу по заданию, но условно 2 из 5 вполне можно. Ты будешь, опять же, получать от себя, от своих соперников обратную связь, будешь знать, где что добавить, будешь для себя подмечать моменты, которые нужно еще и доизучить и так далее. Плюс, мне бы хотелось тоже обозначить, что не надо вот это самообучение выставлять так, что меня тренер ничему не учит, я вот такой умный учусь сам. Это неправильно, это порождает конфликт в команде, а когда в команде начинается конфликт, это плохо. Это надо позиционировать как, типа, товарищ тренер, я люблю, мне нравится джиу-джитсу, я хочу прогрессировать, я вот выбрал для себя такой-то путь. Ты мне можешь в этом чем-то подсказать? Сомневаюсь, что кто-то получит какой-то отказ, какую-то агрессию, и работая в тандеме с тренером, потому что тренер же тоже заинтересован, чтобы ученики росли, можно расти быстрее, чем просто тупо занимаясь джиу-джитсу, приходя на тренировки. Собственно, если вкратце, то так. Дальше готов отвечать на вопросы или уточняющие моменты. Как быть вообще вот тем новичкам, а это частая проблема, что новичок ничего не запоминает. Вот смотрит в книгу, видит фигу, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Как им вообще работать? Здесь скажу момент, который... Я не слышу, что до меня кто-то говорил, и он есть у меня. Как только я смотрю на технику, начинаю думать о каких-то бытовых моментах, начинаю просто смотреть на кимоно, спарринг партнера, смотреть, у кого какое кимоно. Просто вспоминать, что мне надо дома сделать, после того, как вернусь с тренировки. Начинаю прокручивать какие-то рабочие моменты. Блин, я тупо не вспоминаю. То есть я технику видел, когда начинаю отрабатывать, я такой: а что делать? Вот я на себе почувствовал. Как только я реально перестаю смотреть по сторонам, концентрируюсь на технике и начинаю прям словами проговаривать. То есть человек показывает: так, здесь берется отворот, локоть идет туда и так далее. Я начинаю гораздо лучше запоминать, мне гораздо легче повторить. В первую очередь, мой совет, если вы не запоминаете, выкиньте из головы семейное, рабочее, все что угодно вас отвлекающее, сосредоточьтесь и проговаривайте себе словами в голове. Это помогает. Что не помогает? Не надо, когда тренер показывает, пытаться все это повторить на воздухе. Этим вы отвлекаете себя, отвлекаете от других, опять же, не переключаете на вас внимание, и это абсолютно бесполезно. Плюс, если... Тут стоит разделить еще. Есть люди, которые не запоминают в голове, потому что они отвлеклись. Есть люди, которым тяжело воспроизвести. Вот человек повторил, он в голове, он тебе может словами рассказать, что показали, сделать это точно, но, блин, ему тяжело воспроизвести это. Он прям вот... У него руки в разные стороны не двигаются, он такой весь деревянный, весь зажатый, то здесь вернуться к максимально простому, максимально упростить и начать в духе: я беру за штаны, соперник лежит, не двигается, я просто хожу вправо-влево, вправо-влево. Просто вот разбить на самые мелкие составляющие и начать с них. Такие люди бывают, у меня есть опыт тренировок таких людей. Делим на максимально простые вещи, которые может повторить даже детсадовец, даем их человеку, он понимая, что от него требуется, усложняю, комбинируем, он начинает расти. Ну, я вот какое явление имею в виду, что новичку показываешь там технику, состоящую, допустим, из 5 элементов, вот он смотрит, и он запоминает один первый, второй кое-как, а третий у него уже вылетел из головы. Потом, чуть-чуть попозже, через полгода, он без проблем будет запоминать все 5 элементов. Но сейчас у него все сыпется из головы. Вот многие проходят такой период. Тут гуй. Если человек не запоминает по личным причинам, что он отвлекается, это одно. Возможно, в таких случаях, если этот человек новичок, два варианта. Либо тренер, если их таких новичков в группе много, это надо тренеру пересмотреть модель преподавания, потому что часто я вижу, что люди дают тренировку достаточно длинные связки, которые, допустим, даже для меня, ну, я считаю, что это слишком длинная связка для того, чтобы люди, не занимающиеся джиу-джитсу на фулл-тайм или не имеющие длинного опыта, запоминали. То есть иногда бывает, а вот здесь мы прошли, вышли в сайт-контроль, вышли на рычаг. Это слишком длинная связка. Но иногда это реально зависит от тренера. Поделить на более мелкие составляющие, упростить, давать простое. Пусть это будет выглядеть как реально занятие с умственно отсталыми. То есть я так делаю.
Я когда вижу, что начинается группа тупняк, все, я упрощаю максимально, условно, мы взяли два захвата, сделали одно движение. Получается все, даем следующее. И к концу тренировки мы делаем не связку техники, мы делаем одну технику, но мы, блин, делаем ее чисто. А, либо, если это белый пояс, а вокруг все синие пояса, блин, чувак, тебе надо поискать новичковую группу. Ну, либо терпеть. Потому что если ты чувствуешь, что группа ну, уровнем чуть-чуть повыше тебя, в группе много цветных поясов, и все остальные вкуривают, а ты не вкуриваешь, занимайся дополнительно, бери персоналки, либо найди то место, где тебе объясняют проще. Ну, либо мучайся. Потому что и одно дело, если у вас толпа новичков, и вы все не понимаете, это надо менять преподавание. Другое дело, если ты пришел в компьютерский класс, ничего не понимаешь, блин, если тебе все объяснять, ты можешь тормозить остальных ребят, это того не стоит. Ну вот старшие пояса, они вот пробуют техники на белых поясах. А белому поясу, если ему... На ком ему пробовать, белому поясу? Ну, тут как... На таком же, как он белом, пробовать? Или пробовать работать все-таки со старшими поясами? Смотри, мы про какое пробование техник говорим. Если мы говорим это использование в борьбе, то понятно, что старшие пояса берут белых поясов, потому что белые пояса не могут просчитывать схватку наперед, и на них, в принципе, техники заходят. Старшие пояса набираются уверенности в этой технике, придрачиваются к ней, и уже идут делать на более... в высоких поясах, с большим сопротивлением, чтобы прогрессировать. Но, правда, иногда бывает, старшие пояса самоутверждаются на белых поясах. Тут тоже такой момент бывает. Что делать белым поясам? Я уже говорил. Белый пояс, который он хочет развиваться, у него в голове должен быть примерный план. Он подходит вот к тому, с кем у него следующая схватка, говорит, что так, чувак, давай работать по заданию, и работать с ним по заданию. Конечно, включаются бытовые моменты. Старший пояс может сказать, нет, чувак, давай кого-нибудь другого возьмешь, я не хочу там лежать, что ты давно мне тренировался, я хочу сам крутиться, бороться, мне хочется веселья. Либо бывает, что чувак начинает учить полностью противоположно. То есть, типа, давай ты здесь, ну, знаешь же, тренера в зале, который, вот который платит за абонемент и ходит тренировать людей в этот зал. Такой тоже типаж людей бывает. Тут искать понимающих людей. Белому поясу, который хочет расти, нужно найти понимающих людей. Опять же, мой совет работает в плотной связке с тренером, потому что старший пояс может сказать белому поясу, типа, я не хочу, но когда ему скажет тренер, типа, слышь ты, дай человеку поработать, то это уже другое. Плюс, если ты хочешь расти, если ты прикладываешь усилия, ты растешь, к тебе повышается авторитет в коллективе, все-таки люди начинают, типа, парень хочет расти, надо бы ему помочь. Все-таки мы... Коллектив людей, которые постоянно с другом обнимаются, плотно прижимают друг друга к себе, они достаточно эмпатичны, они относятся с поддержкой друг к другу, поэтому так. Вот еще такой вопрос у меня возник по принципам. А принципы в ГИ и ноу ГИ, они одни и те же или совсем разные? Они одни и те же. Мы говорим о принципах прохода гарда, условно. Гард в ноу-ги, гард в ги. Гард, гард. В ноу-ги, да, также контролировать ноги, также двигаться вправо-влево. Если вы сконцентрированы только на ноу-ги или только на ги, да, там включаются некоторые нюансы, их можно добавить. Но если мы говорим максимально упрощаем, максимально не включая никаких нюансов, как только начинаются нюансы, начинается вот это вот. А вот тут это все усложнение. Контролировать ноги, двигаться вправо-влево, собственно, проходить гард, постоянно быть в движении. Это актуально для ноги? Абсолютно актуально. Как проходит гард на ноги? Блин. Люди берут за ноги, начинают скакать с две стороны, прокручивают, движение проходит. В ги – триада пас. Условный. Так что я бы сказал, что это они очень близки, фактически принципы идентичны. А принципы в разделе self-defense? Принципы в разделе self-defense – это перцовый баллончик в кармане. Понятно. Вопрос вот от Ивана из Симферополя. Сколько нужно знать и отработать техник на синий пояс? Иван, видимо, не очень хорошо слушает эфир, потому что я активно говорю о том, что не надо знать техники, не надо вообще вот быть зажатым в заученных техниках.
нужно понимать то, как строится борьба, найти свои техники и повышать свои навыки. Как только вы начнете нормально бороться, вы начнете побеждать, потому что когда вы хорошо боретесь, вы логично начинаете выигрывать. Потому что ваша борьба построена правильно, вы делаете правильные действия, а правильные действия, они ведут к успеху. Не, ну я вот чуть-чуть заступлюсь за Ивана. Ну, допустим, если человек научился проходить гард, а ему все пулят гард, то в позиции сверху он может забрать 3 балла и выиграть, если удержит противника. Но вот, допустим, этого хватает ему на синий или нет? Если человек... Ну, у нас есть аспекты. Это проход гарда, это игра гарда, это болевые, это выход. Человек должен быть... Человек должен уметь работать во всех этих позициях. Если он просто хорошо проходит гард, да, тогда ему... Это, конечно, классно, но если он кроме этого ничего не умеет, то ему нужно подтянуть остальные аспекты. Но не стоит забывать о том, что есть такие люди, у которых просто вот есть свой стиль. Да, они могут работать снизу, они неплохи в этом, но вот людям нравится работать сверху. Условно, это тот же Бушеша сейчас. Бушеша после травмы колена не борется снизу. Бушеша борется сверху, ждет ошибки соперника, потом разрывает ему гард в щепки. Если у человека есть такой план, то есть, опять же, на тренировках, не соревновательной схватке, на тренировках просто как бы, человек может сам ложиться, работать снизу, пробовать какие-то моменты. Но на соревнованиях его основной план – это либо перевести соперника, либо дождаться пула и пройти ему гард. Если он в этом в своем плане успешно работает, почему нет? Вопрос в том, что не надо на тренировках устраивать соревнования и работать только в своей любимой технике. Нет, пробуйте разное. Вот ты упомянул премиум БЖЖ Фрикс, спрашивает Джон Томас. Что это такое? Несколько раз уже увидел упоминание премиума. А что это вообще такое? Это ВКонтакте есть группа БЖЖ Фрикс. Вы прям так набираете социальные сети ВКонтакте. У БЖЖ Фрикс есть платный раздел, где за очень приятную небольшую цену собраны обучалки всех топовых тренеров, компетиторов. Есть уникальные русскоязычные материалы, поэтому для личного прогресса советую купить. Также можно найти BGFX в Инстаграме и списаться с ними там. Окей. Так, следующий вопрос у нас. Пушкин спрашивает. Пушкин. Я хожу на джиу-джитсу 3 года, и у меня не получается ни одного свипа. Что мне делать? Во-первых, разобраться, почему они не получаются. В первую очередь, блин. Окей, бывает такое, что человек белый пояс, а все остальные ребята, особенно это в малых секциях, да, бывает, что занимаются дольше. Но у него ничего не получается, просто потому что он почти ниже уровня, но людей равного с ним уровня нет. Такое же бывает у людей, которые... У меня просто есть парень в команде, он весит 60 килограмм, а все остальные парни у меня 80+. Ему очень тяжело, если сыпануть тупо из-за разницы в весе. А разных партнеров у него на тренировках есть не всегда. То есть бывают такие случаи, я их не буду исключать, они реально бывают. Дальше. Бывает непонимание принципов, потому что нельзя сделать свип, если ты не контролируешь человека за рукава, если ты не контролируешь его ногами. Если у тебя есть контроль, обязательно надо человека выводить из равновесия, потому что часто люди, которые хорошо играют именно на остановление гарда и на держание гарда, они не свипуют. Им просто нравится держать гард, их трудно пройти, но при этом они сами не атакуют абсолютно. Я просто такого же человека знаю, он меня занимается. И бывает такое, что человек не может свипануть, потому что он сосредоточен только на защите. И бывает допущение технических ошибок, бывает непонимание принципов того, как держать гард, соответственно, ты не можешь держать гард, не можешь сделать свипануть. Что делать? Во-первых, разобраться, какой у тебя случай, просто сесть, проанализировать. Если ты понимаешь, что ты не знаешь, как держать гард, ну как из него работать, как выводить из равновесия. Сосредоточиться на самой базе. Опять же, контроль рукавов, контроль ног, вытягивать соперника на себя, просто заставить его шататься. И потом уже наращивать. Плюс, опять же, понять, твоя ли эта техника, доступна ли это для тебя. Потому что тоже может быть, аспектов много, и надо разбираться, человек подходит к этому комплексно. Плюс, Также скажу, что, скорее всего, если человек ходит на джиу-джитсу 3 года, и у него не получается свип, скорее всего, ему говорили, почему у него не получается. Но не бывает секций без обратной связи. Их не бывает. Люди не немые. Возможно, стоит все-таки прислушаться к тому, что тебе говорили.
разумно. Так, давай следующий вопрос. Сергей Гаев спрашивает, а принцип по атакам, сабмишенам? Такой вопрос. Ну, тут теоретически это отрезание от тела соперника той конечности, которую вы хотите атаковать. То есть, условно, если мы хотим человека задушить, условно, да, из бэкмаунта, то мы ногой убираем его руку, забираем его шею, отделяем максимально от тела атакуемую конечность и ее атакуем. То же самое с армбаром. То есть мы же не хотим дать человеку руку убирать, мы хотим ее отделить от тела. Как только мы... чем дальше мы отделяем атакуемую конечность от тела человека, тем легче ее атаковать. В принципе, взять хорошую позицию для атаки, потому что, ну, сабмишн — это такая... Сабмишны бывают разные, они бывают из очень разных позиций, они бывают некоторые из позиций проигрышных, да, по баллам, но оттуда можно накидывать хорошо сабмишны. То есть, а так, определиться, что какой сабмишн вы хотите, взять удобную для этой атаки позицию, контролировать и отделить от тела ту часть, которую вы хотите атаковать. Если она прижата к телу, голова, шея, вы не можете атаковать. Максимально отделяйте от тела, можете атаковать. Если вот упрощать. Но я душу отворотом, для этого нужно просто взять отворотик и аккуратненько по помощи отворота отделить шею от туловища. И в этом плане мне проще, я редко делаю такие волевые. Опять же, это связано у меня травма плеча очень сильная. И, допустим, моя рука, я легко держу гард, я легко отталкиваю, отжимаю, но мне тупо не хватает силы оторвать болевой, потому что когда начинает вкладывать силе, мне начинает ныть плечо. И я, допустим, не люблю зарубаться, да, в отрыв рычага, потому что у меня болит плечо. Мне гораздо легче в ги, я в ги тренируюсь, выступаю, душить воротом, это проще, мне это подходит, это моя техника. Понятно. Так, следующий вопрос у нас от Акелы. Когда появляется так называемая своя игра в джиу-джитсу? На каком этапе и за счет чего она формируется? Я об этом и сказал в самом начале. Она появляется после того, как вы разобрались в базовых принципах и нашли техники под себя. То есть нашли те техники, которые вам подходят. Во всех направлениях. Ни один любимый сип, ребят. Вы должны найти для себя проходы гарда, гард, эскейпы, болевые. Вы начинаете это дрелить, вы начинаете пробовать во время борьбы, в процессе этого у вас появляется своя игра. Угу. Такой вопрос. Если смотреть Данахера, то можно выучить джиу-джитсу быстрее? Или лучше смотреть кого-то другого? Я скажу так, что я когда уснуть не могу, я включаю Данахера, после 5 минут просмотра я реально засыпаю у компа. Я считаю, что Джон... хорош, ну, хорошо систематизирует. Возможно, Джон хорошо тренирует вживую. Но я считаю, что вот эти 8-часовые видосики Джона – это маркетинговый ход и, грубо говоря, наебалово. Джон первый понял, что продавать за 200 баксов 3- или 4-часовой видосик не получится, потому что обычная цена на обучалку 50-70, ну, максимум там 80 баксов на Fanatics. А Джон их толкал по 200. И чтобы выделяться, помимо того, что он просто супертренер, он нагружает 8 часов, из них там половина теории и половина просто повторения одного и того же. Тех же техник и так далее. Поэтому Джона, во-первых, лучше смотреть на скорости X2, вы ничего не пропустите, то есть просто будете быстрее воспринимать. Во-вторых, вам не надо учить все джиу-джитсу. То есть Джон обычно в своих видео, то есть это как большая советская энциклопедия, он берет и собирает все джиу-джитсу. Зачем вам все джиу-джитсу? Берите своего чемпиона, человек, который подходит вам по борьбе, смотрите небольшие видео, которые вам легко отрабатывать, легко воспринимать, после которых вы не засыпаете. Занимайтесь ими. Джон это такое. Шокирующее заявление, честно сказать. И многим, может, сердца разбил сейчас. Ну ладно. Следующий вопрос от зрителя такой. А сколько боев по ММА провел спикер? Не могу найти его на Шердоге. Мои все бои ММА прошли, по ММА прошли в комментариях на Best of MMA, но оттуда в шайдох не заносят друг. Так, то есть тебя на Шердоге нет, он... Нет тебя на Шердоге, правильно? Нет на Шердоге, я же по ММА никогда в жизни не выступал. Я вообще не понимаю, к чему этот вопрос. Единственное место, где я дрался в комментариях. Я дрался как лев, просто бился, ветеран всех комментаторских войн.
как бы махать кулаками на улице, я не вижу смысла, я просто заливаю людей с перцовым баллончиком, серьезно, ребят. Еще одному сердце разбил. Так, ладно, давай дальше. Так, вот вопрос. Можно ли прогрессировать, если большинство соперников выше уровнем и деревянные, всегда работают на 100%? Вот тут такой вопрос. Во-первых, что такое... Очень трудно совмещать слова «выше уровнем» и «деревянные». Обычно но деревянные, люди... деревянные, это у нас Ти Слайер написал. Деревянные он взял в кавычки. Ну, он, наверное, имеет в виду, что они силовые и вообще не дают ему поработать, как бы зажимают, блин, держат там. Может быть, он это имеет в виду, но, скорее всего, да, он пишет, работают на 100%. Я, опять же, стараюсь подходить... вопросом с разной стороны. Зайду сейчас с одной стороны. Бывает иногда проблема в человеке. У нас в команде есть человек, белый пояс. Вот. И я, когда с ним последний раз боролся, я говорю, с тобой был. Он говорит, давай по лайту. Я с тобой по лайту не буду, я буду работать зеркально. Если ты по лайту, я работаю по лайту. Чувак такой, ну, ладно. И с первых же секунд начинает просто рубиться. Я его закатываю в ковер, я его давлю в маунте, я его давлю колено. Просто потому, что чувак тоже хотел мне оторвать башку и так далее. То есть, бывают такие случаи. Бывает, когда ты... это тоже белопоясная тема. О ней тоже стоит говорить. Бывает белый пояс, выйдет другой человек, у него глаза наливаются кровью, он с ненавистью кидается, его уничтожит. Старшие пояса — это не люди, когда их с ненавистью пытаются уничтожить, и они начинают человека за это катать, наказывать, учить уважению. Если ситуация не такая, то стоит, во-первых, включить язык. Говорить, чувак, я хочу расти, дай мне это отработать. Когда ваш соперник начинает включаться, говорите ему слова: «Братан, мы учимся, притормози, не бойтесь пользоваться языком». Но если совсем никак, опять же, попросить тренера. И если тренер никак, ну, тогда, если хочется расти, возможно, стоит поменять секцию. Либо, если нет возможности сменить секцию, чувак, качаться, набираться физухи и привыкать работать в силовой борьбе. То есть то, что... Много силовых ребят – это неплохо. Силовая борьба в джиу-джитсу встречается, она есть, и не все джиу-джитсу – это кувыркание около паха соперника в попытках забрать спину. Надо есть абсолютно силовое, нормальное пацанское джиу-джитсу. Нужно уметь против него работать, потому что часто люди сыплются, когда их начинают давить. Вопрос в том, что пользуйся языком, проси давать работать, следи за собой, потому что бывает, что проблема может быть в тебе. И работай в плотной связке с тренером. Такой следующий вопрос. Как быть, если новичок после 40? Вопрос из Инстаграма к нам пришел. Новичок после 40. Вот здесь в первую очередь уделять большое внимание разминке, прям капитально. То есть, и причем, я бы сказал так. Пойти к хорошему реабилитологу или тех, кто занимается физической нагрузкой, для тех, кто за, условно, 30+, сказать, мне нужна разминка перед тренировкой. Человек вам показал эту разминку перед тренировкой. Потому что бывает, часто в секциях разминка включается бег, кувырки там, и такие элементы, которые в 40+, уже не надо делать сразу, сгоряча. То есть, если там силовая разминка у вас, подойти к тренеру и сказать, так, уважаемый, я все понимаю, но мне 40 лет, мне еще жить, мне еще до пенсии надо до 60 дотянуть, или сколько там, 65 уже, то у меня своя разминочка, я сам разминаюсь. Дальше. Не брать молодых, наверное, молодых горячих, вот тех, кто на принцип рубится, с ними вообще не работает. То есть вот вообще строгий нет, вот без обязательств нет и все. Найти своих партнеров, которые понимающие, которые просто относятся с пониманием, которые спокойно работают. Не терпеть вообще ни в коем случае никакие болевые. Если человек начинает в борьбе зарываться, просто его осаждать. Потому что, опять же, борцовские коллективы, они достаточно классические, такие патриархальные, и все-таки к старшим по возрасту есть определенное уважение. И нет ничего зазорного в том, чтобы осаживать зарывавшуюся молодежь, которая начинает доминировать, сказать, типа, слышь, притормози, я уже не молодой, мне здоровье важнее. И опять же, ребят, пользоваться языком, работать в связке с тренером. То есть тренера тоже люди обычно с головой. Не все с хорошей, но с головой. Ведь у меня 40 лет, семья, дети, работа, я сюда пришел за здоровьем, не чтобы его потерять. Обычно помогает, обычно тренера за этим следят,
и все будет хорошо. Но в первую очередь хорошая разминка и не всегда такая, которая в зале. Потому что если человек в 20, там, в 25, в 30 он побегал в два круга, помахал руками, кувырнулся, все с ним будет хорошо. Человек 40+, побежал в два круга и резко кувырнулся, особенно если он еще не занимался этим спортом, в принципе, может завязать на спорте вообще. Поэтому вот так. Так, отличный ответ. Так, следующий вопрос. Нам тренер не разрешает отрабатывать техники с сопротивлением. Но это же борьба, нужно уметь болевые делать на сопротивляющемся сопернике. Почему отрабатывать нужно без сопротивления? Есть два вида отработки. Отработка, ну, я так подаю, я так вижу. Это отработка без сопротивления и отработка с сопротивлением. В отработке без сопротивления мы достигаем запоминания последовательности. То есть, так, сюда, 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 сделал это, вышел. То есть мы делаем движение чистым, мы его запоминаем. Это раз. Есть отработка без сопротивления. Обычно я называю это борьбой по заданию. То есть, условно, если мы говорим о болевых, мы садимся за спину, берем ремень безопасности. Задача того, кто за спиной задушит, задача того, кто отдал спину выйти. То же самое со спайдер-вэвом и другими позициями. То есть, там уже задача именно доделать. Когда люди превращают отработку без сопротивления, отработку с сопротивлением, я на тренировках просто за это луплю. Я с ним начинаю, я приостанавливаю, я с ними борюсь пожестче, чтобы человек пар выпустил, немножко его отрезвило это. И мы возвращаемся обратно к тому, что на отработку без сопротивления не надо превращать отработку с сопротивлением, это мудачество. Но отработка с сопротивлением, ну, как отдельный вид работы, она должна быть. Если тренер ее не дает, ну, я не знаю, с чем это связано, она тоже нужна. Я согласен с человеком, что да, это борьба, нужно работать с сопротивлением. Важно не превращать отработку без сопротивления в работу с сопротивлением. Опять же, не дает тренер, не надо ныть. Взял своего партнера после тренировки и поделал сам. Чем больше берешь на себя, чем больше сам занимаешься своим развитием, тем проще для тебя будет жить. Mm-hmm. Понятно. Так, вопрос от Валентины. Сложнее ли научить женщину БЖЖ, чем мужчину? Кто быстрее учится, воспринимает информацию? Восприятие информации не зависит от пола. Скажу сразу, что у меня есть парни, которые тупят, и есть девочка Лиза, она начала недавно, но она прям въезжает с места в карьер и воспринимает информацию, делает техники очень хорошо. Она вот бороться почти сразу начала, ну, достаточно неплохо. Это восприятие информации, это бесполый пункт. Но научить бороться легче мужчин. Мужчины привыкли друг друга давить, мужчины привыкли друг друга месить. Борцовский культ, вообще борьба заломает друг друга, это вообще, то есть, ну, такое чисто достаточно мужицкое дело, потому что, ну, условно, напились мужики на пьянке, надо потолкаться друг с другом, попадаться там и так далее. То есть, плюс мужчины привыкли прикладывать силу. То есть у меня тренируются девочки, и я одной из них, вот от Ани, которая у меня активнее всех выступает и выступает успешно, блин, ну я не хочу причинять человеку больно не на соревнованиях. У мужиков обычно не возникает такой дилемма. Мужик, о, рука, оторвать. То есть в этом плане мужики лучше подходят под насилие, а борьба это все-таки своего рода насилие. И мужчины легче это схватывают, и им просто, ну, приятнее вот друг друга замесить. У девочек встречается этот барьер, но я не хочу человеку больно, хотя как бы мне приходится прям культивировать, ты должна замочить этого мужика, ты не должна надержать пить, ты должна его месить. И в итоге я добился того, что у меня девочка девушка, ну, не то, что боятся понять, они реально хотят запороть, они хотят победить, и они прикладывают к этому усилия. То есть вот такой момент тоже есть. Воспринимая информацию, это не зависит от пола. Следующий вопрос от скаута. Как быть, если в твоей группе одни легковесы 74, меньше 74, а ты сам 90+. В давление с ними не поиграешь, вроде не совсем этично, а играть снизу — это начинается беготня вокруг твоего бренного большого тела. Сразу начну с того, что вот у Миши такая же проблема, много средневесов, мало тяжей. Миша замутил две борьбы для тяжей, чтобы набаиваться стяжами, потому что есть это такое, тоже нужно. Да. Иначе потом, когда начинаешь бороться стяжами, которые набаиваются стяжами, возникают проблемы.
залеживает. Да, залеживание начинается, давление прессуя. Дальше. Беготня у бренного твоего тела. Чувак, адаптируйся. Джиу-джитсу не должен, твои соперники не должны подстраиваться под себя. Представляешь, что это абсолютка? Тебе нравится проигрывать легковесом? Нет. Не нравится проигрывать? Шевели жопой. Найди тот гард, который замедляет их передвижение. Допустим, условно, хамгард убивает беготню на корню. Двигайся, играй темп. Если ты думаешь, что ты большой чувак, и тебе типа не по масти быстро двигаться, ты ошибаешься. Большинство чижей в джиу-джитсу взрывные, быстрые ребята. Адаптируйся. Если ты будешь большим взрывным тяжелым, ты будешь очень хорошо выступать, у тебя будет очень успешная борьба. Учись затягивать гард, учись быть гибким, адаптируйся. И вот как быть? Бороться, адаптироваться, быть лучше. Ну и как бы найти тяжей, может, в городе их пособирать, чтобы раз в неделю набороться с тяжами, чтобы не забывать, что это такое. Смотри, Миш, ты, походу, заинтересовал слушателей. Такой вопрос, а где Михаил тренирует? И по каким дням, точнее, продолжит тренировать после коронакризиса? Как найти его в интернете? Мишань, дай ссылочку на мой контакт просто и все, в чат. Ну, хорошо, я после эфира напишу сейчас. А так просто можно найти ВКонтакте Михаил Панков, а лучше набрать в поиске групп Easy Jiu-Jitsu на английском. Там все есть. Так, да, понятно. Так, следующий вопрос. Пирог ЖЖ спрашивает. Что лучше, зарубаться в схватках на тренировках или лайтово бороться? В зависимости от целей и задач. То есть такие вопросы, либо что вы хотите, какая у вас, какая цель преследуется. Смотрите, кто-то говорит о том, что стоит бороться комфортно, то есть не отдавать позицию, но при этом бороться комфортно, не зарубаясь. Кто-то говорит о том, я знаю такие примеры одного топового спортсмена польского, бородатого, который с баттерфляя работает. Вот он, допустим, не работает в лайт вообще никогда. Он все время дарит, он работает прям в полную силу, потому что общий уровень по группе у него, по команде, ощутимый, все-таки ниже, чем у него. И ему приходится, он реально культивирует в себе вот это, рубиться до конца, давить до конца, вот уничтожать своего соперника после соревнования. То есть у него там отдельно есть работа по заданию из позиции, когда он не рубится, когда он работает на технику. Но свои основные схватки он как культивирует в себе умение раздавить и сказать соперника. Если вы компетитор, общий уровень в команде, да, у вас нет других равного уровня компетиторов, возможно, часть схваток, я имею в виду часть, стоит держать прямо в полную силу, закатывая человека, финишируя вместе, начиная заново. Чтобы вы не забывали, что это такое. Потому что если вы работаете только в лайт, на соревнованиях вы можете поплыть от того, что типа, а что, типа, что происходит, что меня давят. Но часть схваток я рекомендую делать по заданию. То есть берете партнера, спрашиваете, что ты умеешь делать лучше всего. Умею то-то. Там, вармгард держать. Окей, бери вармгард. Работайте на проход вармгарда, улучшайте свои технические моменты. Опять же, когда вы берете разных партнеров и берете их сильные стороны, вы получаете, что, во-первых, вам реально придется работать в полную силу, скорее всего, чтобы победить, но при этом вы работаете в технических рамках, вы прогрессируете технически, вам придется еще работать головой. Потому что просто в схватке вы можете даже не дать человеку взять вармгард, зная, что он из него хорошо работает. Но тут берете позицию, в которой ваш партнер чувствует себя хорошо, и вы привыкаете к этому работе. Плюс часть схваток можно просто делать не схватку на лайт, а просто с понимающим партнером, который умеет, может делать флоу-ролл на передвижении. Но при этом схватки по лайту, они не должны быть такие, посидим. Они должны быть динамичны, просто без зарубы. Они должны быть с постоянным перемещением, с постоянным переходом из одной позиции в другую. Причем с обоюдным. Так, следующий вопрос у нас. Многие академии практикуют исключительно работу в партере. На соревнованиях все начинается со стойки. Включает ли Михаил в свои тренировки работу в стойке? Михаил включает в свои тренировки гарпул. Работу по гарпулу. Ясно. Условно, если вы понимаете, в чем проблема стойки, я бы хотел высказаться. Давай. В чем хорош гарпул? Гарпул очень легко отрабатывать. Его пару раз сделал, в принципе, плюс-минус понял, там можно практиковать. Его легко практиковать, время гартула, но трудно убиться. Стойка раз в неделю, на самом деле, особо не дает навык, потому что бороться в стойке стабильно, нужно ей заниматься стабильно. То есть раз в неделю стоечка, то есть можно делать раз в неделю тренировки с гартулом. Окей, это бодро, вот.
Но раз в неделю тренировка со стойкой под соревнования, это очень слабо, это вряд ли вы будете бросать после этого. Чтобы бороться в стойке, нужно много бросать, нужно делать очень много подводящих движений перед стойкой. Это не такая взял человека руки. Если прямо разбираться, там куча подводящих упражнений, там очень много связано на захватах, на уведении из равновесия. То есть это тоже это огромный пласт материала, а время тренировки и количество тренировок, которые люди могут посещать неделю, оно ограничено. И каждый тренер стоит, как бы, каждый тренер рад бы дать все джиу-джитсу, которое он знает, но люди не могут взять все. Ему приходится балансировать между чем-то, что-то убирать, что-то добавлять, чтобы люди развивались плюс-минус равномерно. В этом плане Гарпу хорош. Если вы ходите стойкой, лучше найти себе секцию по стойке и заниматься еще там. Ну, просто реально, вы приходите на джиу-джитсу, окей, ходите стойки, найдите на районе секцию дзюдо. Так вы будете расти быстрее и не будете компенсировать мозги вашего тренера. Плюс, многие люди пришли на джиу-джитсу, уже не хотят падать. Ну, не хотят, чтобы их бросали, ну, не нравится, боятся. На дзюдо этой проблемы не будет, сможете спокойно бороться с людьми в стойке. Так, идем, едем дальше. Вопрос интересный. Это не я этот вопрос задал, это Кир ДСТ задал. Вопрос один. Михаил точно должен знать. Какие преимущества у жирных? Короткие конечности, центр тяжести низко, массивные ноги, дохлые руки и плечи. Спасибо. Еще второй вопрос будет. Сейчас давай на первый. Да. Проблема в том, что, во-первых, если я точно буду знать, то это вряд ли. Я достаточно длинный, во-первых. У меня длинные ноги, и я подвижный. И, то есть то, что у меня слабые руки, они слабые в одном аспекте, они слабые в отрыве болевых. Во всем остальном мои руки работают прекрасно, особенно это касается в тягах на захват. У меня достаточно сильная тяга, и у меня захват трудно оторвать. В чем преимущество? Ваше преимущество в том, что вы можете очень сильно играть, очень быть сильным игроком в шин-ту-шин-гарде, в хаф-гарде, что вы можете просто хватать соперника за ногу из-за того, что вы маленький, ему тяжело будет заправить андерхуки, и вы сможете его слиповать, вы сможете его контролировать. То есть это преимущество в шин-ту-шин-хаф-гардах, в дип-хаф-гардах. Это преимущество, на самом деле, определенное при определенных проходах гарда, опять же, низкий центр тяжести, узкие конечности, тяжело будет вытащить, можно проходить через давление, можно хорошо миксовать с оверандер пасами, с какими-то проходами через давление. Но, соответственно, это минус мобильности, потому что на коротких ногах есть тяжелость, если у центра тяжести, ты долго не поскачешь. Так, и вопрос номер два. Как относится Михаил к джиу 10 планеты? Мудреные свипы, атаки на ноги и тому подобное. Понятно, что это не для новичка техника, но стоит ли вообще в начале пути смотреть на этих психов? Во-первых, я очень положительно отношусь к 10-й планете джиу-джитсу по одной простой причине. 10-я планета джиу-джитсу выработала уникальную методику тренировок, когда люди с нуля входят в эту систему, когда они не травмируются. В Питере я видел ребят из Краснодара, которые боролись на газстейшене. И просто я слышал разговоры, что люди прям с нуля начинают тренировки со скрутки пятками. Есть выстроенная система обучения из техник вармапов специальных, которые помогают людям достаточно быстро в эту движуху войти. Поэтому к 10-й планете джиу-джитсу отношусь прекрасно. Они полностью сосредоточены на ноу-ги. В ноу-ги они сильны, они хороши. Все круто, вопросов никаких не имею. Но опять же, для меня главная ценность 10-й планеты в том, что они могут стабильно учить людей этой борьбе. Как бы, ну, условно, в Краснодаре не было, да, людей, которые борются, как Максим Недощак и Никита Морозов, но они приехали, привезли свою методику, и вот уже много людей, причем я, на меня, друзья ВКонтакте, есть ребята оттуда, несколько возрастных вроде, они борются как 10-я планета, поэтому самый крутой 10-й планета, на мой взгляд, это именно обучение тому, что этому они учат стабильно всех. Так, едем дальше. Михаил, скажите, как правильно питаться до и после тренировки? Есть ли тут какие-то принципы? Допустим, если я люблю похавать после тренинга в Макдаке, не превратится ли мое джиу-джитсу в Макфлури джиу-джитсу? Это очень такой вопрос. Ну, похавать в Макдаке, я сам люблю похавать в Макдаке. Традиция моя, да нет, не превратится. Тут, опять же, вопрос в ваших особенностях вашего тела, то есть насколько хорошо вы перевариваете, насколько хорошо у вас там не откладывается или откладывается, насколько вы много тренируетесь и так далее. То есть по питанию я
некомпетентно давать какие-то консультации для этого, есть другие специалисты. Понятно, что если говорить в общем так, да, ну, лучше в Майдаке не есть. Но если хочешь, что-то можно. А ваше джиу-джитсу зависит только от вашего джиу-джитсу. Питание я бы здесь отвел на такую же последнюю роль. Питание влияет на вашу форму для соревнований, но именно джиу-джитсу не самое прямое влияние. В чем различие обхода гарда в ги или ноуги? В том, что там есть захват за штаны дает гораздо больше контроля, и ты можешь медленнее двигаться, выжидать, убрать захваты, делать это чуть спокойнее. В ноуги тебе придется скакать, как с ратом, потому что ноги скользкие, и придется сильнее реализовывать свое преимущество в скорости, потому что контроля сильного у тебя нет. Так, окей. Что делать, если бомбит от постоянных проигрышей на тренировках? Как относиться к постоянным тапам на трене? В скобочках white belt. Засунуть свое эго в жопу, понять, что тренировки проигрывать не только как бы можно, но и нужно. И что я знаю синего пояса, который бомбит от проигрышей на тренировках. Поверьте мне, white belt это еще можно пояснить, когда я вот вижу синего пояса, который еще активно позиционирует себя компетитор. Это очень по-мудацки выглядит, реально выглядит отвратительно, и, ну, просто это неприятно смотреть, и у меня, допустим, есть челлендж выиграть этого человека, потому что мне просто нравится смотреть, как он бесится. Смириться с тем, что ты пришел учиться, что ты пришел тренироваться, что в какой-то момент ты вырастешь. Лично для меня мотивацией не останавливаться после любых поражений ни на тренировках, ни на соревнованиях являются две истории. Первое достаточно банально, то есть это Федя и Мирьям как-то рассказывал, типа, ну, я на своих всех первых соревнованиях проигрывал, а потом начал выигрывать. Я как-то решил, что, ну, потерплю, пойдет. Собственно, терплю, иногда идет, иногда не идет. А потом, это уже год назад, я прочитал где-то историю в инстаграме украинского тренера Жени Скирды об одном из его учеников. То есть там ребенок, ну, прям ребенок, и вот он 2 года проигрывал все свои соревнования в первой схватке. То есть, вдумайтесь, ребенок ездил на соревнования и проигрывал своего в первой схватке. Он не остановился. Он продолжил тренироваться, и он выиграл Абу-Даби Мир. После этого, как бы, стабильно сейчас берет медали. То есть, как бы, вы что, хуже ребенка? То есть, ребенок может, а у вас, типа, яиц нет? Вы что, серьезно? Как бы, после этого я не могу останавливаться, там, бомбить, что-то бросать. Но это просто несерьезно, когда ты знаешь таких историях. Так, ну, приближаемся к финалу. Давай последний на сегодня вопрос. Михаил, какие любимые техники из хавгарда? Как считаешь, почему большинство компетиторов в наше время очень мало работают из хавгарда? Ну, во-первых, не считаю вопрос правильным, потому что что такое большинство компетиторов? Окей, сравним количество людей в категории 77 килограмм, в категории 94-94+, ну там 100+, да? 77 больше. Правильно ли говорить, что там хавгард играет там меньше? Нет, это техника там для коротких больших ребят. Короткие там большие ребята встречаются в весах выше. Хавгард там используется. Активно его использует Игорь Шнейдер, который выиграл Европу, выиграл этого огромного марокканца Селфредди. Поэтому смотря зачем вы смотрите. Да, в легких весах больше модерн джиу-джитсу, больше вот все вот это вот кручение и так далее, больше new school. В высоких весах хавгард встречается достаточно часто. Но вопрос в том, что техники джиу-джитсу, ну, просто меняют смоды, да, просто, это еще момент. Большинство тяжей сейчас, топовых, они достаточно критичны, это высокие, длинные ребята. Им, они играют такие, больше открытый гард, больше атакующий гард и так далее. Но при этом тот же Бушеш, допустим, много боролся из хавгарда. Там, опять же, много топов боролся из хавгарда, я считаю, что фраза стала меньше, не очень актуальна, по-моему, как бы. Плюс-минус. Есть люди, которые его активно используют, и как бы в стародавние времена, когда джиу-джитсу не было еще, ну, прям вот настолько разнообразно, но, типа, схватить ногу ногами, когда тебе почти прошли гард, заправить на дыху и бороться, ну, это было таким, как бы, очевидным выходом. Сейчас просто у тебя выбор гораздо выше. Так, ну и традиционно мы озвучим сейчас душевную миссию нашего марафона. Напомню,
что под тегом «Жил в тебе» нам пишут тренера разных клубов России. Мы зачитываем их пожелания к своим ученикам, что они хотят им сказать, потому что сейчас они не вместе. Клуб «Октопус», Сталин ОФС, обращается к своим спортсменам. Дорогие наши спортсмены, в это непростое время хочется пожелать вам не падать духом. Скоро все вернется на круги своя, и мы снова начнем наши сумасшедшие тренировки. Ну а пока пейте витамины, занимайтесь спортом дома, читайте книги, общайтесь со всеми, со своей семьей. Всем ОС. Так, следующим у нас Тимур Терехов, ММА-коуч, обращается к своим ученикам. В связи с нынешней обстановкой на ум приходят слова из песни Цоя «Следи за собой, будь осторожен». Ребята, отнеситесь ко всей этой ситуации как к нестандартному временному нововведению в ваши тренировки. Тренировки на самообладание, изучение себя с других граней. Пусть вся эта ситуация будет для вас просто своеобразным квестом, который вы пройдете ради себя, ради личностного роста, ради своих родных и близких, которые нуждаются в вашей рассудительности, в вашей поддержке. Пусть это станет просто новой, ближайшей целью. Дышите ровно и спокойно, также пробуйте медитировать, больше мыслите и анализируйте, читайте, изучайте что-то новое, учитесь получать с удвоенной силой удовольствие и радость от каждого дня. Делайте каждый день что-то полезное, пусть он приносит вам пользу. Сделайте новый шаг по этому бездорожью к взрослению воина внутри каждого из вас. Будьте здоровы. Миша. Хорошее пожелание. Миша, давай, ты своим должен тоже что-то сказать сейчас. Давай. Ну, слушай, я вообще на самом деле вечером все в чате написал в честь своего дня рождения, но как бы... Я на самом деле хочу сказать такую нестандартную вещь, что, ребят, вот последнее, о чем вы грустить должны в это время, это джиу-джитсу. Джиу-джитсу далеко не главная опция в вашей жизни. Да, это классно, это весело, но иногда случаются моменты, о которых нужно думать сильнее, чем о джиу, поэтому, во-первых, не надо падать духом, тем более не надо ныть о том, что закончились тренировки. Джиу-джитсу, ну, никуда не денется. Как коронавирус, скорее всего, останется с нами. Поэтому берегите себя, берегите своих близких и посмотрите вокруг. Можно много чего сделать, не выходя из дома. Я вот, на самом деле, дел стало больше. Не отчаивайтесь, все пойдет. И ныть о джиу-джитсу — это прям совсем мудацкая тема, я считаю. И вот дел сейчас, наоборот, должно быть по горло. Все другие должны быть заняты. Ну что ж, Миша, спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня дал нам такой интересный рассказ. Спасибо, что пришел к нам на эфир. Было круто! Спасибо вам! Всем счастливо! Всем пусть!